Здравствуйте, уважаемые коллеги. Знаете ли, что Соединенные Штаты Америки никогда не лезут со своим уставом в чужой монастырь? Соединенные Штаты Америки лезут сразу всем своим монастырем. У человека два ведущих, или, простите, три ведущих канала восприятия, ну, скажем, на лекции студента, в школе, зрение, слух и моторные ощущения, тактильность, вот люди записывают, что делают руками, ногами. Вот. Но это вот три канала восприятия, которые желательно использовать. То есть бывает, скажем, гуманитарные дисциплины какие-то читаются, на доске лектор ничего не пишет. Значит, зрительная среда ни за что не зацепляется, зрительный анализатор, и ухудшается просто восприятие материала, лекции. Потому что есть люди-визуалы, аудиалы, есть кинестетики. Вот желательно встретить три канала бы использовать. Но мало этого. Есть еще три таких, ну, канала воздействия, что ли, психологических канала. Вот тут такая вот вещь, триада. И они все равноценны. Значит, вот на сознание студента воздействуют факты, которые излагает лектор. На подсознание студента воздействуют жесты, которые он сопровождает свой материал. А на чувства студентов воздействуют эмоции лектора. Он не может быть совершенно эмоциональной машиной, которая зачитывает какой-то текст. И вот здесь, как курица и яйцо, все важно, ничто не главнее. И жесты, и факты, и эмоции. Вот когда все это соединяется, великолепно воспринимается информация, и это называется интересная лекция. Вернемся еще раз к ценностям Таллинской школы менеджеров Тарасова. Опять же, как я говорил однажды, что он часто базировал свои выводы, наблюдения на древних китайских военных трактатах. И вот там описывается такой, скажем, случай. Ну вот некий китайский военачальник осадил вражеский город, ну, проходит месяц, второй, там, третий, но защитники города не сдаются, отстреливаются, какие-то запасы у них есть и прочее, прочее. И вот этот мудрый военачальник однажды решил так, приказал своим войскам, говорит: ночью отведите наши войска от того врага, который примыкает к городской стене. И пусть лазутчики врага из города увидят это. Так и сделали, отвели войска, разведчики посмотрели, что путь свободен, и тогда защитники города дрогнули, и через этот овраг ушли и покинули свой город. Ценность так и называется, да? Покажи врагу дорогу к жизни. Когда у человека нет выхода, ну даже крысу, если загнать в угол, она бросится на человека. И любое животное защищает свою жизнь, оно бросится даже на человека, на крупного зверя. Так вот, дайте шанс, дайте дорожку, лазейку, куда человек может уйти, не потеряв лица в конфликте, не обязательно воевать. Даже, по-моему, Геббельс говорил, да, я не боюсь потерять голову, я боюсь потерять лицо. То есть в конфликте не надо побеждать вот, и уничтожать соперника до конца. Он не станет вам другом, да? Но если дадите шанс ему спасти лицо, хотя бы выйти достойно из этого конфликта, ну, хотя бы оценит. И, может, и конфликт быстрее исчерпается. То есть покажи врагу дорогу к жизни. А вот дальше другая ценность. Ну, представим, что это военачальник, ну, удача, захватили город, добычу, и пошли домой, возвращаются, и вдруг к этому начальнику пришла в голову мысль: а давайте по пути захватим еще город там Чжанчжоу. Но воины отказались воевать за еще один город. Им сказано было одно, да, вот захватить этот город, это победа, ваша добыча, а тут вдруг на ходу придумали другое. И вот здесь уже такой тезис или такая ценность: не останавливай войска, возвращающиеся домой. Ваши сотрудники выполнили какую-то задачу, надо их поощрить, отметить, подвести черту, но и только потом ставить другую задачу. Но никогда на ходу не добавлять новую цель, новые задания. Люди перестанут работать, перестанут выполнять новую задачу. Она им просто не по силам, потому что нельзя останавливать войска, которые отвоевали и возвращаются домой. Вот в теории, в практике конфликта есть такая рекомендация. Ну, то есть в конфликте у человека бывают ранги, да, оппонентов двух соперничающих. Там первый ранг, я говорю, от себя выступаю, да, второй ранг от какой-то группы, третий от более широкой группы, вплоть там до 15-18 рангов. Вот, и машинальное поведение в конфликте, человек, он занижает ранг оппонента. Он говорит: ты не от группы выступаешь, ты свои там, свои амбиции преследуешь и так далее. Вот, и вот какой неожиданный ход в этой ситуации — завысить ранг оппонента. Обратиться к нему, к вашему сопернику в конфликте, ну, как бы завысить его ранг, его статус, его положение, что признать, что он как бы занимает более высокий уровень, чем вы даже, да, или признать свою несуществующую ошибку. Странно, казалось бы, да?
Но вот знаменитый в свое время Дейл Карнеги, автор интересных книг, у нас, к сожалению, сейчас мало молодежь знает о них, стоит почитать, хоть это и манипуляция, но интересная, полезная вещь. Он описывает такой случай. Ну, где-то там в Техасе какая-то фирма, чем что-то ему торгуют, и туда врывается их клиент, бизнесмен, может, откуда-то, какого-то штата, или самого из Техаса, уж не помню, швыряет на стол бумажку и говорит: у вас полный бардак, вы мне прислали счет на 25 долларов, который я вам не должен, я ничего не буду оплачивать. Ну, первая реакция клерка, который сидит, или руководителя фирмы, сказать: да и черт с тобой, катись куда хочешь, я еще проверю, ты можешь там не 25, а 250 должен долларов, да? Ну, так вот, и все, разрыв отношений, и разбежались. Ну, неожиданно этот руководитель вдруг говорит: ай-яй-яй, какая жалость. Ну, знаете, вы один счет проверили, у нас их сотни проходит. Возможно, кто-то ошибся. Он ошибся, я этого человека накажу, разберусь. Уж, пожалуйста, извините, признают ошибку, которой не было, да? Знаете, раз уж вы не хотите с нами сотрудничать, ну, мы же обычно ходили завтракать вместе, пойдемте еще раз в кафе. Я, кстати, вам телефоны дам, адреса фирм наших конкурентов. Очень жаль терять такого клиента. Тот неожиданно соглашается, идет в кафе, смотрит там волком, может, бурчит. Ну, они расстаются. Но, приехав к себе домой, этот бизнесмен смотрит свои бумаги, и оказывается, он действительно должен эти 25 долларов. Это он ошибся. Он с извинениями присылает эти деньги. И с тех пор он стал заказывать партии товара в 2-3 раза более крупные, чем до сих пор. Нелогичное свое поведение, да, признать ошибку, которой не было, она привела к положительному результату. Вот тоже. Завысь ранг оппонента, и, скорее всего, ты можешь победить. Знаете, неожиданно мне пришла в голову такая мысль или наблюдение. Я даже перепроверил себя несколько дней, ходил по коридорам вузов и прочее. Вы знаете, я от современных студентов перестал слышать слово «короче» и «прикинь». У них появилась какая-то новая корректная речь. Ну, не у них, а у новых студентов. Типа «удачи тебе», «как ты себя чувствуешь» и так далее. Слушайте, мир сошел с ума. Что-то в этом мире меняется в лучшую сторону. И это хорошо. Продолжим разговор о казанских улицах, вернее, об именах казанских улиц. До недавнего времени эта улица, идущая от речного порта в Казани, называлась Портовая, теперь она носит имя Девятаева. Михаил Петрович Девятаев – это, наверное, самый знаменитый мордвин в мире, уроженец Мордовии, Тарбеевского района. Он был 13-м ребенком в семье, закончил школу, приехал в Казань, поступил в речной техникум, который сейчас тоже носит имя Девятаева. Ну, закончил его, был помощником капитана речного баркаса, но параллельно он учился в аэроклубе, как тогда молодежь почти поголовно этим занималась, авиацией, потом военное училище, ну, стал военным летчиком, истребителем, участвовал в финской войне, естественно, в Великой Отечественной потом, ас, то есть он лично сбил 9 самолетов. В 41 году за 10 сбитых самолетов уже давали звезду Героя Советского Союза. Был ранен, потом воевал в дивизии Покрышкина, американском истребителе, ленд-лизовском, аэрокобра. И вот в 44 году, в августе, он был сбит, успев сбить Фокке-Вульф-190, и попал в плен. Ну, эту историю, кстати, к сожалению, молодежь многие не знают, ну, кто более старшее поколение помнит. Вот, и все знают, что он оттуда угнал самолет, Хенкель-111, бомбардировщик. Это было так, действительно, но не совсем так. Дело в том, что это был не просто бомбардировщик. Это был самолет командира базы, напичканный радиоаппаратурой. Это был самолет наведения ракет Фау-2 на Лондон. То есть при пуске ракеты, они еще были несовершенными, нужно было с самолета радиолучом подсвечивать ей цель, и тогда она летела по нужной траектории. А Девятаев с товарищами угнал этот самолет. И с тех пор немцы не могли бомбить Лондон ракетами Фау-2. Более того, он сообщил координаты. Эту станцию базу американцы разбомбили. Вот. И, собственно говоря, на этом почти закончилась вся история ракетной техники фашистской Германии. Потом приезжал после войны с будущим академиком Королевым, что могли там показали, объекты, собрали какие-то материалы. Хотя в основном американцы все вывезли, стенды, там, установки, ракеты. Но на базе копирования этой ракеты Фау-2 появилась наша ракета Р-1, и стали развиваться ракетные войска. Ну, правда, не все так было благостно. Они прилетели в расположение наших войск, приземлились, и было ровно 10 человек. Из них 3 офицеров, включая Девятаева, остальные 7 человек рядовые. Ну, рядовых быстро профильтровали, проверили, видим, даже штрафную роту отправили на фронт. Это был февраль 45 года, оставалось 3 месяца воевать. И из этих вот 7 до победы дожил только один человек. 6 погибли, сбежав из плена. А офицеров еще долго мурыжили. В общем, звезду героя Девятаев получил только в 57 году. И благодаря, в том числе, и заступничеству Сергея Павловича Королева.
несправедливо отнеслись, действительно. А потом он уже водил первые корабли на подводных крыльях по Волге, «Аркета», «Метеор». Из одной стихии в другую крылатую стихию он тоже перешел. Вот Михаил Петрович Девятаев и улица его имени похоронена на Снарском кладбище в Казани. Почетный гражданин города. До свидания.